Сегодня партийцы определятся с кандидатами, кто будет бороться за кресло в региональном парламенте на сентябрьских выборах. Участие в заседании принял глава региона Вениамин Кондратьев. Обращаясь к кандидатам и членам партии, губернатор отметил, все проекты и предвыборная программа направлены на улучшение качества жизни кубанцев в городах и станицах. И будущее благополучие края напрямую зависит от результатов избирательной кампании. Нам нужен сегодня рабочий парламент, нам нужны депутаты практики, способные видеть проблемы и не только понимать и видеть, но и решить. Сделать такое законодательство, такую норму, которую можно реально применять в жизни. Каждый, кто пойдет на выборы, должен давать себе отчет, что он будет 5 лет жить проблемами людей. 5 лет. И работать для людей, как для себя. Коллеги, вы будете бороться. Кандидаты от «Единой России» будут бороться, так же, как и все, за мандаты в законодательном собрании нашего края. Доказывать, что вы способны, и люди должны вам поверить. И вот результаты этой победы и смогут нам прогарантировать стабильную и успешную Кубань в ближайшие 5 лет. До начала заседания губернатор и председатель ЗСК осмотрели выставку партийных проектов, которая была представлена в холле концертного зала.